Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, рады приветствовать. Завершающий матч субботнего дня. Титан против Эргопака. В составе команды Титан сегодня сбор хороший. Лисак Денис, Индюков, Сергей, Барсук, Вадим, Степушенко, Сергей, Русалин, Евгений, Струценко, Василий. Не успел я договорить, кто же еще в составе, как тут же Эргопак забили. Нужно уточнить, кто забил. Сереж, нужно уточнить, кто забил. Продолжу, дорогие друзья. Струценко Василий, Мочёный Николай Петрович, Александр Онищук, Максим Струк Владислав. В составе команды Эргопака Ярхо Денис Руденко Владислав, Колесников Иван, Васильченко Юрий, на воротах Кудлай Богдан Усач, Александр Панкратов Владислав, который отдал голевую передачу, и Муравьев Владислав, который автор забитого первого мяча. Скажем так, оборона. Удачная, Барсук. Все в мире футзала есть два брата Барсука. Один из них до сих пор действующий профессиональный футзалист. Однофамильцы вместе с Вадимом. Люди, которые могли бы сегодня вдвоем сделать колоссальную погоду у нас на поле, но их нет. Дюко вернулся вовремя, и вратарь выбивает мяч. Ну вот что значит, отработали в этом эпизоде. Панкратов. Овчаренко. Нет, вернее, это Колесников. Путаю я их постоянно. Второй забитый мяч. Панкратов реализовывает в передаче Колесникова Владислава. Панкратов. Ну, Лисак Денис попробует навязывать больше активности за титановцев. Неприятно им, конечно, проигрывать с такими крупными счетами, тем не менее. Дают Кудлай Богдану так просто себя пройти. Салим. Открывайся, на своем месте.
Индюков. Все правильно делает. Индюков, нужно выбивать мяч. Правда, мяч за пределы поля не вышел. Подутомил его Кудлай Богдан. Панкратов. Есть подбор. Так вот пас такой не проходит. Совсем. На Дениса Лисака. Индюков. Борцук. Борцук. Панкратов. Хороший дриблинг. Не удается переиграть ударом. Индивидуальной игрой. Правда, вот такие вбросы от вратаря становятся весьма неприятными. Панкратов. Хорошо. Ну вот от неточных передач все и начинается. Кудлай Богдан. Еще один забитый мяч. Подбор за Петровичем Александром. Усач. Сереж, внимательно слушай, там разговоры у них. Заморозка нужна. Продолжаем дальше. Степушенко Сергей. Усач. Борется против него Барсук. Доработал. Хорошо удается сохранить Титану мяч в пределах поля. Барсук. Запутался Струк Владислав.
отыграл на Кудлая. И есть забитый мяч. Снова Панкратов приносит результат. Правда, не в виде забитого, а в виде ассиста. А Богдан Кудлай забивает как раз. Должны подойти. Я сам говорил. Русалим. Хороший Женя пас дает на Барсука. Вадиму бить сразу нужно было. Сразу в касание. Проспал он этот момент. Мое мнение. Ярко. Панкратов. Есть этот вратаря. Моченый. Салим. Салим. Панкратов. Не удается здесь остановить атаку Эргопака. Снова Кудлак, я понимаю, добивает на дальние штанги. Салим. Бьет Женя неплохо. Масичка заблокировал удар. Кудлай. Муравьев. Качественного удара мы не видим на завершении, поэтому и нет забитого. 5-0, я напомню, счет. Приятный рикошет, и Муравьев забивает еще один мяч. Суценко. Сложно довольно-таки передачу отдавал. Моченый. Масалим. Кудлай. Есть отбор. Масалим. Дюко выигрывает борьбу.
Есть поддержка в комментариях от KK1. Кто же ваша фамилия? Кто вы есть? Но, к сожалению, для Титана они проигрывают без борьбы. Сейчас, тем не менее, пытаются навязать свой футбол, пощупать, скажем так, свою игру. Салим, классный пас. Ну, нужно смотреть было заранее там. Моченому Николаю чуточку проспал этот эпизод. Нищук отыграл на Русалима, Нищук. Усач переводит шире. Колесников. А Нищук. Есть пас на Русалима. Слабый удар от Евгения Русалима. Но шанс только что был лучше для Титана. Честно говоря, делать счет более приемлемым для коллектива. Очищает Струценко Василий. Повезло, что не обошел его Колесников. Дальше бы просто вратарь бы остался один в один. Усач на Кудлая. Нет забитого. Муравьев. И тут нет забито. Два момента как минимум. Денис Ахматов. Да, вот тебя, Денис, сегодня не хватает. Лучше бы ты, конечно, приехал на игру. Какой момент красивый. Барсук пробивал. Ну, чуть-чуть падения не хватало для того, чтобы обострить этот удар. Но такой бы мяч можно было бы записывать и в топ. Я думаю, ребятам бы из Титана было бы приятно. Васильченко. Колесников не принимает эту передачу. Да, но в этой лиге можно и после непринятой передачи с таким счетом походить. Потом включиться. Вот он это и делает. И Мосин тоже присутствует в комментариях. Поддержка есть у Титана сегодня. Салим. Отдается же передача Онищук. Боролся против Панкратова. Тут более стойкий на ногах и в выгоднейшей позиции находился, чем Онищук. Салим. Салим. Барсук. Ярко. Колесников. Колесников. Точный пас на Дениса Ярко. А тут штанга попадает. Нужно начинать атаку. Онищук. 3-1. Ну, посмотрим, как использует свой момент Титан.
А вот никак, друзья. Как минимум два раза могли забивать сегодня «Титан». Это же Онищук Максим под 13-м, правильно? Ну там. Да. Все, а то его не указали, я помню. Но прозвучал свисток, вы все слышали, Колесников там бурил сам. Онищук, есть за ним подбор, Барсук пробует убежать во фланг, Барсук. Вот эти моменты нужно забивать. Кратов. Удар заблокировали. Шахматов пишет, что Онищук не поел Биг Тейсти, поэтому падает с ног. И достаточно энергии. Я бы не сказал. Сегодня у него уже просто одна была игра, поэтому в любом случае активность не такая. Мяч будет водить «Титан». Точный навес на Индюкова. Индюков. Мне кажется, зря Барсук выключился. Надо как бы доигрывать в любом случае на дальней и пытаться изо всех сил. А не если рикошет, то останавливаться. Васильченко. Полностью открытый Колесников. Почему? Онищук, есть подбор за ним. Барсук. Не забивает. Что еще нужно? Как я понимаю, здесь не пошла сегодня игра у Вадима настолько хорошо, насколько мы обычно привыкли видеть. Атаки справа не было. Дай смен.
Борцов. Забивает. Тут уже на характере, мне кажется, нашел этот мяч. Кудлай. Колесников. Ну а здесь автогол. Кратов. Есть сейф от Тантаря, но не точная передача на Петровича. Муравьев. Панкратов. Хорошо, передача на Индикова от Барсука прошла, но ничем не закончилась. Васильченко. Кудлай. Панкратов. Постоянно не доигрывают вбегающими игроками Титан. Это просто главная их проблема. Вот в чем кроется причина таких крупных поражений. Они не играют с игроками. Некоторые играют, некоторые нет. Пишет нам участник команды «Титан», что Индиков красава, а вот если Петрович забьет, то 3 литра ценички готов выставить. Это все, друзья, есть в истории комментариев, я думаю, слово «не воробей» обратно не выскочит. Снова автогол. Это игра, мне кажется, не по правилам. Сейчас была от Муравьева. Просто делал барьер в виде корпуса. Тем не менее, судьи здесь свисток не дали, не осознав, что за эпизод. Усач. Игра лежа это. Мне так кажется. Можно.
Кудлай, Кудлай. Муравьев. Есть отбор. Мусалим. Моченый отыграл. Шире. Спокойно, Саша, все. Усач, что ты делаешь? Ну, пожалуйста, пойми ты. Мусалим. Онищук. Хорошо пробегает Онищук. Но правда тут дура сейчас в обороне. Нужно возвращаться. Есть сейф от вратаряк. Мусалим. Влад, сюда! Рук играл на Русалима. Руденко. Муравьев. Барсук. Все, кинули, выиграли, берегу стали. Тренер. Да, мяч на поле не берется. Марцук. Панкратов получает у нас желтую. Русалим. Руденко. Колесников. Есть игра в отборе от Онищука. Восемь минут остается у нас до завершения матча. Я напомню, что 8 забитых было, пока я это говорил. Это 9 забитых. Благодарить Колесников за передачу. Васильченко. Усач. Панкратов. Есть добивание от Муравьева на дальней. Это 10-й, дорогие друзья, забитый. Спасибо.
еще. Увязал туда на Ярко Дениса. Мог забивать Денис. Нищук. Далеко, далеко пробросил. На Барсука вначале хотел сыграть, потом решил идти в обыгрыш, мне кажется. В этом вся загвоздка. Кратов. Петрович. Нищук. Решился на удар издали, не так опасно, тем не менее. 10-1, я напомню, счет крупный. Ну, второй мяч немножко бы поднял настроение коллективу «Титана». Сейф от вратаря, немножко затихла наша игра. И остается у нас примерно 4 минуты. Не примерно, а точно, услышали меня. Там есть табло. Кудлай, Руденко. Откровенно Струценко Василий нападает. Вот именно поэтому и пробросили так легко между ног. Но работает на пределе, там, скажем, своих возможностей физических. И этого достаточно, чтобы создавать опеку, как минимум. Василий. Неточный пас от Юрия. Салим. Неточный пас от Жени, чуть загрузился он физически. Петрович.
Не проходит этот пас. У нас 3 в 1. И это отстояли сейчас Титан. Васильченко. Дюков. Анищук. Петрович. Выигрывает Русалим борьбу, но сохранить мяч не смог Муравьев. И вот так под самый конец Тутбай Богдан забивает 11-й мяч, 11-1, а Муравьев отдал голевую. Ну что, дорогие друзья, 11-1, победа РГПАКа, с чем мы их и поздравляем. А там поздравляем с борьбой.